Спасибо. Ага. Добрый день. Да, перед вами преподаватель, да, двух вузов. Вот они показаны в левом нижнем углу, у которого, вообще говоря, есть проблема. Да? Я преподаю параллельные вычисления, да, эта вещь очень меня интересует. Ситуация в нашей стране такая, вы прекрасно знаете, что начинают производиться специализированные процессоры, ориентированные на параллельные вычисления. Я имею в виду процессор со сверхдлинным словом, да, это знаменитый Airbus. Мне нужно просто-напросто, ну, как бы сказать, воспитать программистов, причем не обычных программистов, а системщиков программистов, которые, в общем-то, в конце концов должны писать распараллеливающие компиляторы, да, интерпретаторы, вообще трансляторы для вот такого типа процессоров. Значит, у меня есть большие проблемы, они, в общем-то, давным-давно были. Ну, понимаете, какая штука, да, вот начинаешь первоначальные вопросы студентам задавать, как вы понимаете, распараллеливание, да, ответы, ну, честно говоря, абсолютно полусумасшедшие. И поэтому, конечно, нужно было придумать некую систему, которая просто-напросто помогала студентам понять, да, как вот, что такое распараллеливание, как они связаны с поиском, да, скрытого параллелизма в алгоритмах, и, что самое главное, использование этого скрытого параллелизма. Значит, как это было решено? Это было решено созданием специализированного программного обеспечения. Оно полностью открыто на уровне исходных кодов. В GitHub оно находится, да? И любой из вас может уже исполняемый двоичный код для него скачать. Да? Все адреса есть в документации, которую вам раздали. Значит, так. Плакат номер два. На самом деле, вот то, что я только что сказал, у меня вот на этом плакате все сказано. Да? Значит, следующий плакат. Следующий плакат довольно интересен. Да? Я считаю, что когда мы говорим о скрытом, да, скрытом параллелизме, нужно танцевать от алгоритма. Да? И, как видите, я нарисовал некую схему, да, сложная, с многими гранями фигура, одна из граней, да, это сущность алгоритма, в моем понятии, одна из граней – это как раз внутренний параллелизм. Вы видите, да, такую грань, как вычислительная трудоемкость, которую давным-давно изучают, но мы будем изучать грань внутренний параллелизм. А вот вторая картиночка справа, да, это вот второй этап, да, если в некоем алгоритме есть потенциал параллелизма, нужно просто-напросто подумать, как его рационально использовать. То смотрите, да, я нарисовал сверху некий поток, да, последовательный поток команд, у меня вектор времени идет сверху вниз, нарисовал некое преобразование кода морфинг, это международное название, да, преобразование кода, а потом у меня идут внизу, как бы сказать, уже 4 потока, обратите внимание, каждый поток исполняется на своем вычислителе параллельном, то есть система это гетерогенная. А вот на самом деле, вот что и должны в моем понятии делать эти самые программные обеспечения. Ну, само понятие кода морфинга, да, кто занимается, это знает, да, это сначала было придумано где-то в самом начале 2000-х годов, да, это знаменитая фирма Transmeta, которая вам, скорее всего, известна не разработками процессоров Crusoe, да, а тем, что там работал несколько лет создатель Linux. Да. Ну, естественно, обязательно я должен упомянуть знаменитый сайт Алговики, который поддерживается Воеводиным молодым юниором. И, конечно, там Джек Дангара, да, тот самый Джек Дангара, который является изобретателем теста HPL. Так, да, поехали дальше. Значит, очень хотелось в своем программном обеспечении, да, чтобы оно покрывало все возможности параллелизма. Смотрите, у меня по горизонтали, да, это тип параллелизма от мелкогранулярного до крупного, и по горизонтали аппаратное, да, или же программное распараллеливание. Значит, было сделано два модуля программных. Первый Dataflow, вот он, и второй SPF at home, да, ну я его так называю, это мое личное название. Обратите внимание, да, что снизу, слева нету ничего. Я, честно говоря, даже не знаю, как сделать аппаратное распараллеливание с крупногранулярным параллелизмом. Это, знаете, да, как знаменитая классификация, да, где знаменитой классификации по Флину, да, где вроде бы все понятно, да, а вот MISD идут споры до сих пор. Да. Может быть такая архитектура, где много команд, да, и обрабатывают одни и те же данные. Значит, в самом деле, вот это пустышка. Ну и поехали дальше, да. Наивные вопросы, которые я задаю студентам в самом начале. На самом деле, конечно, они не наивные, они исключительно глубокие. Это вопросы такого класса, да? Один дурак спросил, а 100 мудрецов ответить не могут.
Вот до произвольного алгоритма. Какое минимальное время выполнения ГИВО? До произвольного алгоритма, на каком именно числе параллельных вычислителей обеспечивается минимум времени выполнения, и так далее, и тому подобное. Те из вас, кто имеет дело с подобными, да, вот с параллелизмом, да, и с параллельными вычислениями, конечно, тут же ответит на этот вопрос. Для студентов это очень сложно. Им нужно это как-то показать, им нужно как-то ткнуть, прошу прощения, морду лица в конкретный пример. И вот чтобы ткнуть, как раз и было сделано, вот это вот свободное программное обеспечение. Да, двигаемся дальше. Да, обратите внимание, если в левом верхнем углу нарисовано два человека, да, там в мантиях и в шляпах, да, это значит картинка для студентов. Я позволил себе ее и вам показать, вот для чего. Если среди вас есть преподаватели, да, которые вот читают подобные, так сказать, кусты дисциплин, да, параллельные вычисления, параллельное программирование, etc., то вообще говоря, вот подобные картинки я с удовольствием вам подарю. Да? Я над ними долго думал, размышлял, и это, в общем-то, вам, как бы сказать, поможет проводить занятия. Да? Дальше. Общая схема движения данных вот в тех в программных модулях, которые я предлагаю как свободное программное обеспечение. Да? Это общая картинка, я, конечно, не буду конкретизировать, но готов это сделать при беседе лично с каждым из людей. То же самое великолепная картинка для студентов, которая показывает, да, которая задает очень странный вопрос, да? А в какой момент нужно выполнять конкретный оператор в программе? Выясняется, что большинство студентов даже и не думает над этими вопросами. Для них это как бы все автоматически происходит. На самом деле это вот самые глубинные вопросы, которые относятся к выполнению программного кода. Интерфейс, да, интерфейс первой из моих систем, которая вот называется CDF, он в стиле Windows. Мне немножко стыдно в этом зале говорить, да, но извините, в обоих вузах, где я читаю, все-таки принято Windows, да, за основу. Хотя исходный код, конечно, не изменится. И если об этом уже идут разговоры, если нужно, я за несколько месяцев, конечно, переделаю под Linux любой версии, нет вопросов. Да, но извините, если я сейчас это сделаю, я не смогу просто вести занятия. Ну, это вот, да, не первое время. Да, тоже прекрасная картинка для студентов, которая показывает особенности параллелизации. Да. Больше всего мне нравится то, что показано справа снизу, да, это так называемый график интенсивности вычислений. Это интересная штука, она показывает, да, сколько одновременно в данный момент выполняется, да, одновременно операторов. Очень выразительная картинка. Да, дальше. Вопрос тоже ужасно интересный, да, есть счетчик команд в фоннеймовской машине. А каким образом условность выполнения реализовать в более современных архитектурах, да? Счетчик команд работать не будет. И что делать? До каждого потока свой счетчик команд. Мы же не знаем заранее, сколько потоков в программе будет. Да? Значит, это великолепная идея, да, использование предикатного метода для реализации условного выполнения. Это не я придумал, это в ARM. В ARM-ах давно используется. Это использовалось в Итаниуме, когда Итаниум был, так сказать, моден. Значит, для того, чтобы выявить, есть ли потенциал параллелизма в алгоритме или нет, существует довольно много методов. Мы используем самый простой, этот метод ярусно-параллельной формы информационного графа. Да? У EAPF есть и минусы, и плюсы. Мне кажется, что у EAPF все-таки вот до решения конкретных задач плюсов больше. Вот показан EAPF одного из самых простейших алгоритмов. Это решение, это нахождение корней полного квадратного уравнения, причем корней вещественных, да, если по дискриминантам, да, но и положительная величина. Обратите внимание, да, вот показаны эти самые ярусы. Алгоритм довольно быстрый, его вычислительная сложность n квадрат, где n это число вершин в графе. Да, это полиномиальный алгоритм с степенью полинома всего-навсего двойка, то есть довольно быстро. А теперь стоит вторая задача. Как рационально использовать найденный параллелизм? Я использовал довольно простой метод. Да? Метод перемещения оператора с яруса на ярус в EAPF, да? Но, естественно, с учетом информационных связей. Да? Иначе алгоритм у нас изменится. Вот видите, вот этими вот красным пунктиром я показал потенциальную возможность для трех операторов перемещения с яруса на ярус. Для простейшего алгоритма это можно в голове сделать. А если алгоритм сложный, не 10 операторов, не 20, а 1000, 10 тысяч, миллион операторов, естественно, в голове это не сделаешь, и нужно придумать какой-то метод, который бы вот это делал. Здесь реализован очень простой метод.
написаны функции обертки на скриптовом языке Lua. Ну, мне нравится Lua, да, я использовал Lua. Можно было использовать любой скриптовый язык, вплоть до питончика, да, нет вопросов. Я использовал Lua. В конце концов, задача сводится к тому, что человек, исследователь, строит в голове некий сценарий целенаправленного преобразования ярусно-параллельной формы, а потом этот сценарий реализует на скриптовом языке. Ну, в данном случае, как я уже сказал, на Lua. А это довольно сложные задачи, да, и, ну, мне вот такие задачи я задаю на научно-исследовательском семинаре в Вышке, да. Там люди, на самом деле, такие сценарии пишут сами. Да, несложные, довольно примитивные. Но если ты понял, как это делается, да, ты потом можешь интерактивно усложнять сколько угодно эти сценарии. Ну и, наконец, да, вот очень интересно студентам показать. А вы знаете, что есть такие алгоритмы, да, у которых потенциала, вот это вот, этой вот, как я назвал, это свойство вариабельности, да, перемещения оператора с яруса на ярус вообще нету. Вот, пожалуйста, справа алгоритм сдваивания. Он работает на сложение, умножение и так далее. Да? Невозможно переместить ни один оператор с яруса на ярус. Это исключительно интересный пример. А, скажем, еще один пример, да, вычисление чисел Фибоначчи. Алгоритм вообще не распараллеливается, в принципе. Его можно выполнить только последовательно. А, извините, вычисление чисел Трибоначчи. Ну, Фибоначчи был физический человек, а Трибоначчи не было, да, это модель. Уже распараллеливается. Квадроначчи распараллеливает и так далее. Вот, вот такие примеры для студентов очень показательны. Да, они понимают, что да, есть потенциал распараллеливания почти в каждом алгоритме, но на самом деле есть алгоритм, где его нет вообще. Да, дальше. Да, алгоритм вот этой системы SPF at home, да, я не буду говорить, почему я назвал ее, так это мое личное название. Да, вы видите справа как раз вот этот сценарий на скриптовом языке Lua. Да, его каждый пишет человек сам, постепенно, итерационно усложняя и улучшая. На самом деле это НП полные задачи, в общем случае, а решение точно, которого мы не знаем, да, мы к нему можем приближаться вот таким образом, итерационно, усложняя, да, и улучшая сценарий преобразования ЯПФ. Ну и, наконец, прошу прощения, кое-что не видно, да, потому что все-таки под виндами писал презентацию, да. Сейчас очень модно студентам рассказывать о шаблонах решения задач. Вот на самом деле здесь у меня два шаблона для решения этой задачи. Вот первый я назвал довольно хитрый – бульдозер. Ну понятно, что такое бульдозер, да? Это то, что сгребает с вершин, с холмов во впадины, землю. А у меня здесь должна быть была картинка, да? Это то, что сгребает как бы, да, самые широкие ярусы ЯПФ, да, на более узкие ярусы ЯПФ. Мне кажется, исключительно выпуклая метафора. Да, и потом выяснилось, что на самом деле вот это программное обеспечение позволяет решать намного более сложные задачи. И в частности задачи уровня вот этого вот преобразования кода. Да? Я не буду сейчас говорить, что здесь решается, да, это просто картинка из одной статьи моей. Да? Вот еще одна картинка, где можно решать тоже довольно сложные задачи такого типа. Представлю дальше. Система позволяет решать еще более интересные задачи. Да? Во время выполнения алгоритма возникают новые данные, да? А потом они, так сказать, потребляются другими операторами. Вот это вот встроенный блок, который выдает время жизни операторов. Для чего он нужен? Да? Он нужен, чтобы, если мы новые процессы пытаемся создать, оценить, сколько нужно регистров внутренних в нем. Ну, все знают, что чем больше, тем лучше, но это дорого. И оценить хотя бы приблизительно объем буферной памяти, кэш-памяти. Да, до каждого конкретного алгоритма это можно сделать. Значит, решение задачи с гетерогенным полем параллельных вычислителей, да, то же самое работает, то же самое картиночка показана, да, и есть примеры. Как можно автоматизировать этот процесс, используя искусственный интеллект? Очень красивая картинка, за которой, конечно, очень много скрывается, да, и не здесь об этом рассказывать. Да, ну и, наконец, как используются эти системы, системы SPF at home в случае крупнозернистого параллелизма, да? То есть это вычисление на вычислительном кластере, да, вот у нас кафедральный кластер, мы на самом деле то же самое и используем. SPF at home может использоваться и в условиях мелкозернистого, да, где гранул параллелизма – это одна машинная команда, и в условиях крупнозернистого, ну, понятное дело, на кластере мы используем, ну, как всегда, MPI, да, это типовая MPP-система.
Вот, да, список литературы, список материалов, которые я вам предлагаю. Я заканчиваю и повторю еще раз. Если есть преподаватели, которые преподают что-то типа параллельных вычислений или параллельного программирования, я с удовольствием этим поделюсь всем, потому что это именно все для этого и сделано. Это СПО сделано именно для этого. Все, спасибо. Прошу. Скажите, пожалуйста, вот вы даете студентам такие теоретические задачи на алгоритмы, да? Это в самом деле, это логика. Да, вот смотрите, я, может быть, устарел, конечно, то есть я наверняка уже устарел. Я когда учился, нам объясняли вот определение алгоритма. Это то, что умеет выполнять машина Тьюринга, и при этом она вот остановится. А у вас, понятное дело, не машина Тьюринга, потому что машина Тьюринга, она не параллельна, она операции делает последовательно. Но есть же варианты много машинных, как бы сказать, машин, да, Тьюринга. Так вот, у вас какое-то обобщение, вот, да, понятное дело, машины Тьюринга, но вот хотелось бы, чтобы вы дали определение, что вы называете алгоритмом, чтобы понять, с чем вы работаете вот так вот формально. Вы знаете, можно я не буду этого делать? Вот почему. Потому что понятие алгоритма настолько глубоко, что вот прямо сейчас я его выдумаю и абсолютно четко, без того, чтобы не допустить некоторых ляпов, которыми вы прицепитесь, я этого не буду делать. Можно я сяду, подумаю и напишу. Да, все-таки определение алгоритма в моем понятии все-таки соответствует вашему. В основном. Тогда непонятно, а что вы хотите от студентов? Вот, если вы им не даете вот прямо понятие алгоритма, и вы спрашиваете тогда минимальное время работы алгоритма в такой конфигурации. Значит, а это математическое нужно... понятие. Вы прекрасно знаете, что это длина критического пути в графе. Это математика. Но подождите, там машина Тьюринга, это же там, так сказать, некоторая структура такая, где есть лента, можно, где есть читатель. Можно я не буду говорить сегодня о машине Тьюринга? Пожалуйста. Ну, хорошо, пусть это но... будет минусом моего сегодняшнего доклада. А, то есть, ну, может быть, вы как-то тогда объясните, чего вы ожидаете от студентов, когда даете им теоретический вопрос. Я задаю студентам вопрос не теоретический, а я задаю вопрос практический. С помощью вот этих самых программных симуляторов я прошу, чтобы они проанализировали конкретный алгоритм, да, их десятки, сотни, и за, я думаю, что за ближайшие 10 лет еще тысячи придумают конкретных алгоритмов, да, на два главных вопроса. Первый, есть ли потенциал параллелизма в этом алгоритме и каков он, да, в количественных, абсолютно, там, А, Б, С, Д и так далее. А второй более сложный вопрос. Используя заданное программное обеспечение и его возможности, постарайтесь создать рациональный план и расписание выполнения параллельной программы. Я специально использую термин рациональный, а не оптимальный. Да? Слово оптимальный уж очень такое громкое, да? Рациональный более мягкое. На самом деле это оптимум по нескольким параметрам. Если вы почитаете, да, вот работы по этому, да, там эти параметры есть. Ну, например, плотность кода, такой параметр, да, ни Тьюринг, никто, да, и до него даже и не могли представить, что это такое. А плотность кода – это довольно простая штука, да. Это фактически такой план параллельного выполнения, где, ну, чисто формально число операторов на всех ярусах одинаковые. Ну, вы понимаете, да, что если плотность кода мала, то компилятор просто-напросто вставит НОП, нет операции. Ясное дело, что, скорость и эффективность выполнения параллельной программы при этом упадет. Это абсолютно новая штука, да, это вот относится только к параллельным вычислениям, ни Тьюринг, ни другие, им в голову это не приходило. Так, извините, можно маленький вопрос, замечание? Вы считаете, что возможно формально определить алгоритм? Это... Вы знаете, это слишком сложный вопрос. Можно, я не буду... Нет, нельзя! Это всем известно, каждый раз, когда новое появляется вычисление, немножко изменяется понятие алгоритмов. И если кому-то определяли, что алгоритм – это машина Тьюринга, то, извините, это было некорректно. Значит, я не стал никого пытаться убеждать, я ответил мягко. У меня на самом деле тоже есть некие сомнения. Но все-таки я больше всего склоняюсь к классическому определению. В нем, да, я прекрасно знаю, что в нем есть... нехорошие дела, да? Вопрос, можно еще? А что у вас выступает в качестве практикума или лабораторных работ по вашему курсу? В качестве практикума у меня, ну, давайте пример, да? На самом деле у меня есть два уровня. Я обычно задаю каждому студенту некий уже мною написанный алгоритм, да?
и я его пишу на неком таком алгоподобном языке, на трехадресном языке, да, у меня их довольно много, несколько десятков. Я задаю такой вопрос. Значит, используя вот эти вот программные симуляторы, пожалуйста, определите первое. Минимальное число параллельных вычислителей, соответствующее наиболее быстрому выполнению данного алгоритма. Для каждого алгоритма оно есть. Пишут ли они у вас реальный параллельный код? Нет, ну я же говорю, симулятор. Я работаю с математической моделью. Если у вас есть где-то в кармане или на кафедре, да, железка, которая выполняет data flow операции, я вам завидую, у нас этого нет. Если позволите маленький комментарий, тут одни знакомые ребята, которые методом реверс-инжиниринга начали писать тему Е2К, вот, сейчас ковыряют с подачи, ну, там, начальную стадию проковырял мой коллега, они пишут свободный компилятор для Эльбруса, а именно TCC, и вроде бы в режиме без оптимизации у них даже уже какой-то код сажал. Я знаю, если кто читает Zen, да, то там был такой автор, Олектор Кот, он написал, по-моему, 12 заметочек вот по этому делу. И даже фамилия этого человека там упомянута. Вот, я к тому, что, возможно, стоит состыковаться по этой теме, чтобы как это и вашим студентам что-то прикладное появилось, конечно, и, глядишь, конечно, компилятор свободен, растет, пока еще LCC освободят. Значит, ну, на самом деле, понимаете, да, вот ситуация такая, что сейчас, мягко говоря, Эбус задерживается. Ну, получить доступ, в общем, как да, бы несложно. Да, нет, к готовым экземплярам нет вопросов, да, но им пока командует военный, да, у военных ротик на замке, они много не рассказывают. Вот я так думаю, что когда Airbus все-таки пойдет, на самом деле, широко в массы, вот тогда начнется, как я называю, массовые компиляторы писания для Airbus. Ну, то, что я имею в виду? Несколько, не одна фирма, а несколько начнут писать свои компиляторы, да, там, интерпретаторы и так далее. Вот тогда может начаться реальная конкуренция. Вот, я к тому, что и по интерпретаторам мы тоже немножко прошлись. Вот, конечно, собственно, все тот же Илья Курдюков. А это не, на вот. Самом деле и, не суть. И так, еще одно место хотел упомянуть. И вот опять же у тех же ребят, которые тему Е2К, в частности Либика Амарова, собственно, у него хостится, есть экземпляр компайлера Эксплорера с кроссовыми LCC. Какая для этого может быть прикладная польза для ваших студентов? Это взять на конкретных кусочках там сишного, плюсового, фортраньего кода, посмотреть, во что он превращается на разных LCC с разной оптимизацией. Вот, то есть как бы живьем пощупать и посмотреть, вот у меня, так сказать, песочница, а вот как это у дяденек работает, да, или наоборот, да, глючит. Да. В одной из статей на Дзене, да, даже был кусочек кода из этого компилятора. Я тогда еще долго смеялся, да, там этих нопов, да, из трех два. Ведь почему не пошел эффективность в Итаниум, да? А потому что ведь нужен очень умный компилятор, который находит программно параллелизм, да, его пытаются использовать. У них не получилось эффективное использование. Там был ряд причин, мне кажется, фундаментальное. Но это то, что как бы, как это, права украл, а водить не украл. Вот. А в целом, в том числе, мне рассказывали конкретно про Итаник. Итаник это этот. Рассказывали в том числе то, что одной из причин его завала было то, что на винде драйверы системы печати привязаны к архитектуре. То есть, когда попытались куда-то пойти, оказалось, что печатать не очень практически. Ну, я в это не верю. Официально и такое, да, что во многих случаях параллельный код получался неэффективным. Ну, скажем так. Отдельные зоны сверхдлинного слова, да, оказывались пустыми. Это понятно. И у них там еще и свой шестой декодер жадный был. Я на эту тему лучше вам дам контакт человека, который из Intel уволился и теперь рассказывает, что там творилось. Да, да, да. Ну, а я тоже рассказываю по их словам. Давайте это уже на кулуарах. Да, я напомню. Да, спасибо за вопросы. Спасибо. Я так понял, что все вопросы сказали. Спасибо. Следующий.